Гауранга и Кагатир Бражасри Тамати, Сигаурадхама Стити, Сасасай Кабитир Кушанга Вирати, Дусто Бетани Скити, Сирупай Карати Санатананати, Сиджибате Джосути, Сишидханта Сарасвати Виджаяти, Гаурия Гостипати. Шишидханта Сарасвати Виджаяте Гаурия Гостипати. Гаурия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад. Гаурия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад сказал, что мы Гауди, мы верим в Экаян Падья, в Экаян Панту, в Бахуваян Панту мы не верим, мы не можем ее принять, это не одобряется. Особенно на пути чистой преданности Шри Чайтанья Махапрабху такого не позволяется. И что это значит Экаян Панта? Мы хотим понять, что это значит. И вот Экаян Панта значит полная, все наши силы, вся наша полная энергия, она должна быть направлена для достижения одной наивысшей цели. И вот что это значит, значение Экаян Панта значит, что все силы, что у нас есть, вся энергия, и все остальное, что у нас есть, любые способности, любые качества, все это должно быть направлено в достойное русло. И таким образом Шрила Прабхупада говорит, у нас нет надежды выражать какое-то ложное эго в Экаян Пантхе. У нас нет нужды выражать какое-то ложное эго, поскольку мы верим в то, что вся сила, вся энергия, она исходит из того вечного источника и дарует нам силу и все, что нужно. И вот говорится Пангум Лангайте Гирим, очень часто мы это из стотры строки. Но если мы не можем осознать от этого, то что значит Пангум Лангайте Гирим? Пангум Лангайте Гирим значит, если у нас есть, точнее, если у нас нет способности пересечь этот материальный какую-то огромную гору, но это все же возможно по милости. И вот по милости Верховного Господа, по милости вечных спутников Верховного Господа, это все возможно. Гаурия Гостипати, Шрила Прабхупада всегда говорит то, что наша жизнь, она посвящена для Верховному Господу, и мы не хотим думать негативно. Если мы делаем что-то конкретное, что-то хорошее, что то Божественная помощь у нас не зайдет к нам, и мы не должны думать об этом. И вот можно вспомнить много раз Гуру Варга. Она дает нам такой пример, что «О мой сын, смирение – это смирение – это буквально ворота к баджану». И Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, Кастури Манджари, он, плача перед Шри Чайтанья Махапрабху, говорит: «О Господь, что мы
принимаем прибежище у наивысшего целителя, который может исцелить нас. Шри Чайтанья Вайдья. И Махапрабху подобен такому целителю аюрведическому, который может исцелить как болезни тела, так и болезни души. Когда мы рождаемся, то из-за влияния этого материального мира Бхава-роги и Деха-роги, всякие болезни, они появляются у нас, но не могут быть исцелены. О Мухари-гупте говорилось, что он мог лечить болезни как тела, так и души. Но Кришна Дас Кавирас Госвами, он олицетворение смирения. И поэтому обычные люди, они не слушают таких комментариев. И поэтому они могут сомневаться, почему и как это невозможно, это глупо в этом материальном мире. Как это может быть? Почему невозможно? Такого смирения невозможно, они утверждают. Почему нет? Если мы плывем в океане ложного эго, если мы хотим узнать о океане смирения Тринадапи, то как мы сможем это понять? Если мы плывем в океане невежества, и если мы хотим узнать, что находится там, в океане милости Дони, возможно ли это для нас? Шрила Прабхупад приводит такую историю. Однажды одна лягушка увидела слона и подумала, что никогда не думала такого, не видела такого животного. И вот она прыгнула назад в колодец и рассказала всем своим детям, что... И вот дети спросили, что случилось, и она начала рассказывать, что там какое-то большое животное. И дети спрашивают, насколько большое. Эта лягушка пыталась надуться, чтобы показать, насколько большой слон. И вот она вот так, такой большой, такой, такой. И в итоге лопнула. И Шрила Прабхупад приводит пример, что те, у кого есть сложное эго, они могут лопнуть от этого ложного эго. И можно, это может доказать нам, что это неправильный путь баджана, но Кришнадас Кавирас Госвами, он говорит, есть книжные черви, они могут сожрать очень важные, дорогие книги, но для них все равно они едят все книги. Эти черви не могут написать книг или напечатать, и мыши также, они только могут уничтожить. Ничего полезного сделать они не могут, но только уничтожают. И таким образом Кришнадас Кавирас Госвами говорит, что в моей жизни такая же ситуация, все плохие качества, они внутри моего сердца. Я подобен этому инвалиду и не знаю, что делать. Плохие качества, они разрушают мою жизнь, и что же делать? И животное представление, животное поведение, оно является в моем сердце как какой-то, как эти дети, когда вырастают, у них угри появляются или еще что-то, ну и прочие какие-то болезни сопутствующие кожные.
И вот он говорит, я в такую ситуацию, о Господь, и сейчас я хочу оставить всю мою суету, все свои личные попытки, и я погружаюсь в океан Твоей милости. Я хочу принять прибежище у того наивысшего юридического доктора Чайтанья Вади Ашрай. И это мое желание. И вот от Кришнадас Кавирадж Госвами мы узнали это. И Кришнадас Кавирадж Госвами также говорит смиренно, то, что Jagai madai hoite muishe papishto, purisher ki hoite muishe logishto, mor naam jei loye tar pa bhoy, mor naam jei shune tar punno khoy. You know? И вот Кришнадас Кавирадж Госвами с тяжелым сердцем говорит, что я более падший, чем Джагай Мадхай. Jagai madai hoite muishe papishto. Я более падший, чем насекомое в испражнениях. И вот он говорит о себе так. И тот, кто произносит мое имя, его пуня разрушается. And if you're going to hear my name, or going to all good, you know, can get banished from your heart. That is my situation. This material world can never. Этот материальный мир никогда. Люди, живущие в материальном мире, они не могут понять ума настроения Кришнадаса. И вот, но если они встретятся с великим саду Вайде, который подобен целителю, то тогда они смогут обрести милость и избавиться от всей суеты в своем сердце, и тогда могут развить качество смирения Тринадапи. И бывает, что люди могут говорить о Тринадапи, но следовать это не так просто. И вот весь мир говорит, что толку... Вот какие-то материалисты говорят, что толку слушать такого человека, как Кришнадас Кавирадж Госвами, который говорит о себе, что он ниже, чем черви в испражнениях. Worm available in stool, he is going to identify himself that way. So what he was hearing him? So better we stop hearing. We should stop hearing. И вот люди говорят, что, может, не нужно его слушать, а Шрила Прабхупада говорит, что вы глупы. Чем больше вы возвышаетесь, тем больше смирения является в вас. Вы посмотрите на свое существование в сравнении во всей Вселенной, и кто мы, настолько мы малы, какое же наше само отождествление. И вот смотрите, Санатан Госвами, он спросил у Махапрабху об этом, кто я. И в Бхагаватам, и во всех шастрах говорится, что это основа до тех пор, пока мы не разовьем такой вопрос. Мы никогда не сможем начать Харибаджан. В Веданте говорится Адхата Брахма Джигеса, и в Бхагаватам говорится Татва Джигеса. Брахма Джигеса или Татва Джигеса — это то же самое практически. Это все значит, кто я. И вот Шрила Прабхупада говорит, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, он вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. И в то же самое время у него вечное положение в Радха Говинда Лили есть, он Кастури Манджари, он настолько возвышен, и поэтому он выражает такое смирение.
Sunichoivo Sapyake Sa Samadarshina. You can become Pandit if you are Vaishnava. Мы можем стать пандитом, если мы вайшнав. Не вайшнав и пандит — это невозможно. Если кто-то не вайшнав и стал пандитом, это не может быть такого. И поэтому Кришна Бхагаван говорит здесь, и Шрила Прабхупад говорит, что чем больше вы возвышаетесь, прогрессируете, тем больше вы чувствуете вашу неспособность. Чем больше вы возвышаетесь, тем больше вы чувствуете вашу неспособность, непригодность. И поэтому Шрила Пури Госвами Махарадж, Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, они были очень и очень смирены, что у нас была всегда возможность понять их неправильно. Но до тех пор, пока у нас нет поддержки милости Гуру Вайшнавов, поскольку они самосияющие. И вот относительно всех этих самосияющих объектов на пути баджана, и вот харинам, дам, нама и все остальное, оно все самосияющее. И поэтому мы хорошо знаем, что когда мы обретаем эти качества, то тогда харинам, он соприкасается с нашим языком. И тогда, если харинам явится на нашем языке, иначе как, всю жизнь мы можем совершать нама апарадхи или нама прас, может быть. А так, Шри Кришна Намадея на Бхавит. Бхавит значит подтверждение, что да, это должно случиться. И вот в этой шлоке говорится, что своими материальными органами чувств невозможно понять Верховного Господа и все трансцендентное, что связано с Ним. И таким образом, когда мы сможем это понять, вот Атах Шри Кришна Намади, в этой шлоке говорится, что тогда, когда все наши органы чувств, они будут находиться в служении, они будут желать совершать служение Кришне. Когда все наши органы чувств не будут заняты в служении, и тогда харинам, он может явиться. Нам Ади, значит, не только имя, а также все спутники и все остальное, связанное с этим святым именем и Кришной, оно все явится. И вот это все само проявится на устах и в сердце предавшейся души. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами, почему он так говорит о себе? Да потому что он осознал красоту духовного мира и понял свое положение в этом материальном мире. И вот в Шри Чайтанья Чаритамрите говорится об этом, что Кришнадас Кавирадж Госвами, он на каждом шагу буквально он просит прощения у Вриндавана Такур Махашая. И вот он говорит, что я приношу свои полные распростертые поклоны лотосным стопам Вриндавана Такура. И вот говорится, что читание Лила Вьяс Вриндавандас, то, что Вриндавана Такура, он Вьясадев читание Лилы. И вот он просит, если он какие-то ошибки осознанно или неосознанно совершил, просит простить его. И вот Вьясадева – это Шакти Вьяса Аватара, Верховного Господа. And who is Krishnadas Kaviraj Goswami?
А кто Кришнадас Кавираж Госвами? Кришнадас Кавираж Госвами, он Кастури Манджари. Приянармасакхи. И если я вам дам возможность сравнить, что он Шактиеша Аватара и Кастури Манджари, вечный спутник Радхарани и Гуранги, и чье же положение выше. Но мы не должны думать об этом, поскольку если будем думать, то можем потерять наши бхакти. Мы должны думать о настроении Кришнадас Кавирадж Госвами, и этого достаточно. Если мы поймем, что Наяна Мани Маджари Шрила Прабхупада Бхакти Сиддханта Сарасвати, он при Нармасакхи, и не... И вот Радхарани иногда спрашивает, где же Наяна Мани Маджари, в любое время, если Радхарани, она ее теряет из виду, она беспокоится, поскольку это Сакхи подобно ее глазам. И вот Наяна Мани Маджари, она подобна глазам Радхарани, и поэтому она очень беспокоится, когда та куда-то пропадает. И вот смотрите, если я сравнивать буду, кто гуру? Гуру Кишордас Бабати Махарадж, гуру, он Гуна Маджари или Наяна Мани Маджари. Такое сравнение, оно бессмысленно. Это очень этот высокий уровень. А мы находимся в самом начале, но не можем понять, к сожалению. Это до тех пор, пока мы не получим полную милость, а сейчас мы слепы на пути Баджина. Неважно, какого гуру мы примем, то не сможем стать успешными, если так будем делать. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами на каждом шагу он молится лотосным стопам Вридаванда Стагура Махашая и просит его о прощении всех возможных оскорблений, которые он мог совершить. И вот Вриндаван Дас Тхакур Махашой, он много написал всего, но последняя лила Гауранги, она не описана. И вот, может, Вриндаван Дас Тхакур Махашой, чтобы даровать милость мне, он не закончил эту последнюю часть лилы. Он в Ясадев, в сочетании лилы, и он может делать все, но может, чтобы даровать мне свою милость. And by His mercy, I'm going to explain this, the remaining part of the Leela. This actually, it is Chaitanya Bhagavata itself complete. He writes in a sutra and formula. Читание Бхагавата, она сполна сама по себе, но вот он думал, что чтобы даровать мне милость, он оставил эту последнюю лилу неописанной. И я могу это сделать, это подобно его милости для меня. И вот такого настроения Кришнадас Кавирадж Госвами. И вот Шрила Прабхупада говорит, когда обычные люди, которые пытаются плыть в океане ложного эго, если они узнают, что происходит в океане Дони милости, разве это возможно? Нет, невозможно. И таким образом Кришнадас Кавирадж Госвами, он выражает такое свое настроение, но Шрила Прабхупад говорит, что несмотря на то, что он выражает такое настроение, он также показывает нам, что он представляет нам нечто наивысшее в этом мире через свое смирение, через свою поэзии, он да, хочет давать нам величайшее сокровище, которое не сравнено ни с чем. И вот вчера я говорил об этом, то, что благодарность — это главное смирение. Мы должны признать это, что на каждом шагу Свайям Бхагаван Шри Кришна,
всего аватара Рамачандра, и вот в своем Бхагаван Кришна Чандра, Гора Чандра, они дают нам такой пример Рамачандра. Он всегда выражает смирение. Гурудев, Вишвамитра Муни, он говорит, поскольку Лакшман и Рам, они с Вишвамитра и Муни отправились в лес, и вот дошли до Митхилы, в том лесу они ждали. И тем временем Вишвамитра говорит Рамачандре, Шри Рам, да, да, Гуруджи. Я узнал, что ваш отец Дашаратха приезжает сюда. Хотите ли вы получить даршан его лотосных стоп? Рамачандра склонил голову, как пожелаете. У меня нет личных персональных желаний, как вы пожелаете. И вот всегда у него было такое настроение. И когда Юдхиштхира Махарадж, старший брат Кришны, спросил его: «Кришна, мой брат, какое служение вы хотите? Раджасу Ягья происходит сейчас, все хотят, всех могут принять участие и взять какое-то служение». И вот он ответил, что я хочу омывать стопы гуру Вайшнава, которые приходят на эту ягью. Поскольку это в Бхагаватам такие слова: «Господь, почему ты идешь за гуру Вайшнавами, ты Верховный Господь?» Но он отвечает, что нет, я иду за гуру Вайшнавами, поскольку когда они идут, то за ними какая-то пыль может подняться и опуститься на мою голову, и это очень благодатно. И вот Юдхиштхира однажды спросил у Кришны, и Кришна ответила. И вот смотрите, почему вы следуете Гуру Вайшнавам? Кришна говорит: Anubrajami aham, why I am going just behind Guru Vishnu, because they can go away and all the dust particle can run. И вот Кришна говорит, что он ходит за Гуру Вайшнавами, чтобы принять пыль с их лотосных стоп. И таким образом Кришна говорит, и вот Удава, он тоже говорит так: я один за одним приведу примеры. Все веды, веданта, шрути, сабрити, они ищут, что же они ищут? Они ищут лотосные стопы Шри Кришны. И я хочу стать пылинкой на лотосных стопах гопи. Я хочу стать пылинкой, чтобы пыль с лотосных стоп гопи, она попала к нам, ко мне на голову, как вот эти растения во Вриндаване, они получают пыль с стоп гопи, когда они идут по этой траве. И вот в предыдущий день Махарадж говорил, что полная расалила, да, закончилась расалила, точнее, и гопи думает, только началась она и уже кончилась. Но за это время прошла ночь Брахмы. Очень тяжело посчитать, насколько велика эта ночь Брахмы. Но гопи, они удивились, что ночь, как случилось так, что
ночи Брахмы прошло за это время, и это великолепие Кришны. Это как раз есть великолепие Кришны, вы должны помнить об этом. Кришна, Он принимает это служение, служить Гуру Вишнавам. И Кришна Чайтанья Махапрабху, Он хочет дать нам пример смирения. Сивас, пандиты, другие преданные, они принимали омовение в Ганге. И вот они несли все принадлежности, цветы и прочие, мокрую одежду после омовения и прочее, прочее. Это умонастроение Гуру Вайшнавов. Если вы что-то сделаете хорошее для Гуру Вайшнавов, то они будут помнить и благодарить вас все время. Но то, что он для вас хорошего сделал, настоящий Гуру Вайшнав, он не помнит. Он помнит, что вы хорошего сделали для него. Это умонастроение Гуру Вайшнав и Бхагавана, поскольку вы знаете, что все качества Кришны, они могут переместиться в преданного Кришны, кроме особых качеств, как способность к творению, раса-лилы, раса-таттвы и еще некоторых. И вот, а все другие качества Кришны не могут явиться в сердце Гуру и Вайшнавов. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху всегда выражал смирение, когда он являл аштапахар-лилу. И вот он пришел и сказал: «О, Шивас, я совершил ошибку какую-то, я не помню, что было тогда, совершил ли я какую-то ошибку». Ему сказали: «О, Господь, нет, конечно, нет, ничего не было». И так вот Махапрабху иногда являл форму Верховного Господа, но потом опять становился Его преданным. И вот можно вспомнить, когда Раджа Пратапарудра, он читал Гопи-гиту по наставлению Гуру Вайшнавов, вы можете обрести милость. И вот Махапрабху, он отдыхал в этом И вот ему сказали, чтобы он воспел лилы Кришны из Гопи-гиты, и он мастерил стопы Шри Чайтанья Махапрабху и параллельно пел Гопи-гиту. Вот эти слова. И когда он пел так, Шри Чайтанья Махапрабху, как будто он обнял его и сказал, что ты так много сделал для меня, мне нечего тебе дать, но я хотя бы обниму тебя. Ты так много сделал для меня, и это умонастроение Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Гуру Вайшнава и Бхагавана, как понять их умонастроение? Они всегда благодарны всем. Они не возмущаются против кого-либо. И вот таким образом можно видеть смирение. Смирение – это ключ к баджану,
буквально дверь к Харибаджану, ключ от двери к Харибаджану. И вот Шрила Прабхупад просит всех своих учеников, но говорит: «О, мои друзья, вы все спасители, випотудхаранбандху, различные опасности вокруг, они смотрят за мной, чтобы я не мог пасть». И они мои гуру, не ученики, а гуру. Настоящий садгуру никогда не говорит. И садгуру никогда не говорит, что он вот мой ученик. Гокишар Баба никогда не говорил Шрилы Прабхупаде, что он его ученик, он всегда говорил: мой Прабху, мой Господь. И все время мы в книгах Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакур может видеть, что они никогда не говорили так. И вот Шрила Прабхупад говорил перед теми преданными, те, кто собирались совершить какое-то конкретное служение. Gaur Dham, Gaur Nam, Gaur Kam, all. It is our motto. We don't like to hear anything. Мы не хотим слушать ничего ни от кого. Только мы хотим занять себя в служении, поскольку без служения ничто не случится в нашей жизни. Как много философий мы можем написать или запомнить, какие способности у нас есть, впечатление на кого-то производить, но все это внешне. И мы не можем войти в этот сокровенный мир преданности. Это очень важное. И вот Гауранга Махапрабху говорит, что слова Шри Чайтаньи Махапрабху – это анга. И вот слова наставления Шри Чайтаньи Махапрабху – это часть его тела. Как, я думаю, вы должны знать об этом, что в трансцендентном мире Верховный Господь и его речь, слова, они не отличны. И вот в этой шлоке говорится. Что перед Шачима Махапрабху говорит: «О, мать, очень скоро вы обнаружите две моих аватара, как две, одна в форме имени, а другая в форме божества. И вы вскоре увидите, и я обещаю своей матери, что все другие дети, сына, они будут как-то работать и отдать часть своего заработка вам. И вот Махапрабху говорит, что: «Мать, я могу даровать тебе Кришна Прему, самое сокровенное, не волнуйся, а другие дети твои, они могут дать, организовать тебе какие-то деньги, какую-то физическую помощь, но я могу даровать тебе Кришна Прему, я обещаю тебе, но имей великую надежду». Для получения этого, и многие спорят на эту тему, кто докуда может пройти. Вот пример с Раваной. Кто может опуститься так же, как и Равана? И смотрите, если у нас есть Тринадапи, то никакого вопроса борьбы и спора с кем-то не может возникнуть. И вот я уже говорил, что невежество – это главный источник.
споров. Я это знаю, но это не вещество в нас или нет. Если в нас нет, то почему мы спорим с кем-то? Если мы совершили какую-то ошибку, то невежество тоже в нас. И иногда у нас есть склонность к спорам с другими. Почему мы находим недостатки в других? А потому что нет, это невежество в вас, иначе бы это было бы невозможно. Сати Деви, Дурга Ма Ума Деви, Дурга, Сати. Sati Devi, when going to his father's house, Daksha's house, already this came. Когда она отправилась в дом своего отца Дакши, это Дакша уже проклял лучшего из Парамхамс Шанкара Бхагавана. We always think about in lotus feet all the time. From my childhood, I love him. И вот я люблю его с самого детства и поклоняюсь его лотосным стопам. И этот Шанкар Шамбу, и сколько силы у него есть, так все Праджапати, что оскорбил самого Шиву. И он сказал, что твои глаза подобные глазам обезьяны, и я вынужден был отдать замуж мою прекрасную дочь такому нечистому человеку. Ты не моешься, живешь в крематориях, вместо мыла пользуешься пеплом от сожженных трупов, бесполезные, ни чистоту даже не можешь поддерживать, никакого ачара, ачаруна нету. Но что такое ачара, ачаруна, чистота? Что вы имеете в виду под чистотой? Если вы найдете внутри вашего сердца всегда Кришна, всегда Гурварга, и это зовется чистотой, вы можете 10 раз принимать омовение в Ганге, но я не могу сказать, что вы чистые, но если я вас найду воспевающими круглосуточно славу Гурварги и Кришны, и тогда я увижу, что вы действительно чисты. А без чистоты невозможно описывать славу Гуру Вайшнава. И вот если наше сердце осквернено, то мы ничего не можем сказать, если что-то скажем из своих собственных способностей, но мы не сможем задеть бесконечную славу Гуру Вайшнава. И вот смотрите. Когда Деви отправилась в дом своего отца, отец оскорбил Шанкара, не дал ему никакой части жертвоприношений. Сати пошла, смотрела и видит, что действительно моему мужу не предложили с этого жертвоприношения никакого. Почтение. И вот она, когда она пришла, то она увидела, что ее отец даже на ее внимание не обратил, она тоже почувствовала себя оскорбленной. И вот когда это Деви услышала еще раз о той ереси, которую говорил это Дакша о Шиве, она сказала так, что и вот сказала, что нет у меня с отцу, что я не хочу иметь никакой связи с тобой. Если я буду в этом теле, то меня будут называть Дакшани. А я не хочу, чтобы общество называло меня так, поэтому я уничтожу и это тело. У меня есть телесная связь с тобой, но и поскольку ты оскорбитель, я не могу терпеть этого, даже связь с твоим материальным телом я хочу уничтожить. И вот Деви, она села в йогическую асану, сконцентрировалась на лотосных стопах Шивы и
постепенно огонь возник в ней. И так начал все выше и выше гореть и сжег ее. Йоги, они знают, как все свои огни и прочие потоки энергии подчинить себя. И вот эта Деви, она сожгла себя в йогическом огне, и все полубоги и прочие пришли посмотреть, что там. И перед тем, как оставлять тело, Деви сказала, это лучший из Парамхамс, кто имеет такую чистоту. Обычные люди, как вы, они материальные, они могут оскорбить. Это может случиться. Но кто может оскорбить Шанкара? Какие-то материалисты могут, но когда кто-то оскорбляет Гуру Вайшнава, будьте уверены, что этот человек полностью материален. Никто не может оспорить эту сиддханту. Деви говорит такого правила, что если что-то говорит, кто-то говорит против Гуру и Вайшнава, то обязанность тех, кто может отрезать его язык, а если этот человек недостаточно могущественен, может уйти с этого места, зажав уши и не слушать оскорблений. Или ответить достойным образом. Но это не значит, то есть не всегда нужно отрезать язык оскорбителям, иногда более глубоко нужно понять эти слова. Имеется в виду, чтобы дать достойный ответ, иначе вы потеряете свой баджан. Вот это очень прекрасная шлока, и после этого было большое сомнение в этом обществе. Я не хочу далеко ходить. Что говорить об западных странах? Даже в Индии. А вот Махарадж имеет в виду, что он не хочет ездить только во Вриндаван, и все. Это очень редко. И вот Шрила Прабхупад говорит, что если вы хотите жить в Гауди Миссии, вы должны закрыть ваши глаза, уши и речь. Вы должны думать о Ване, о словах, о учении Гурваги. Этот поток учения Гурваги, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, мы должны каждую часть секунды принимать омовение в этом потоке учения нашей Гурваги, иначе мы можем пасть в любой момент из-за влияния, сильного влияния Майи. Здесь выживает сильнейший, точнее не сильнейший, а больше кто-то больше всего приспособился. И вот в обществе нет понимания, как понять это правильно. И в этом большая проблема. Однажды Рамачандра, когда он был в ссылке, и в то время однажды Рамачандра сказал Лакшману: «О, Лакшман, смотри, прекрасная птица, этот цапля вроде, она прекрасна и высока». И Рама, хотя Верховный Господь, но он сказал Лакшману такие слова. «О, Лакшман, посмотри на эту птицу, настолько она набожна,
она, когда ходит, очень аккуратно наступает, чтобы никого не раздавить, так аккуратно, чтобы никакой дживы, никакого живого существа не побеспокоить. Рама говорит Лакшмана. Вот такие слова на санскрите. Пасаям, лакшан пампаям, пасаям, лакшан пампаям, бакаха, парамадхармикаха. He's very pious, you see? Very like dharmic, very big sam, one by one. So that he is not going to give any trouble to any jiva. И вот эта птица цапля ведет себя как великий святой, чтобы никак не беспокоить живых существ. Лакшман ответил: о, Рама, эта птица очень лицемерна, о, Рагав. Аджибо кадати гридаха, бхакшати, аджибо бхакшати гридаха, саджибо, бхакшати бхакаха. Well, actually, this vulture there, they are coming to take dead body, not direct. And he is going to collect. И вот какие-то животные едят мертвечину, а живых они не убивают. А вот эта цапля, она как раз ест живых этих существ, она очень опасна, чем какие-то падальщики. И это не... И вот эта цапля, она ловит живых существ с воды и ест. И никакого милосердия в ней нет, хотя внешне выглядит, что она самая милостивая, самая аккуратная и осторожная. То есть внешне кто-то может пытаться доказать, что он великий саду, великий ачарья, но по факту разрушает всю духовную систему. А кто может понять так много глупцов, которые не видят элементарных вещей, как вот в примере с цаплей, но кто может сказать ему о таком секрете и как они могут узнать? У нас нет надежды узнать об этом. Но кто может сказать нам, как стать вайшнавом, как достичь вечного духовного мира? А с другой стороны, многие скажут, как сделать обстановку очень токсичной, чтобы все духовное течение разрушилось. Таких советчиков полно. И вот из Шрила Прабхупада Бхакти Сиддханта Сарасвати говорит, что Вани, слова учения Гуранги Махапрабху – это образ Шичитани Махапрабху. Вани Сварупа, она не отлична от Верховного Господа. Поскольку Вани Сварупа, она не отлична от Шри Кришны и вот Гуранги. Вани Сварупа не отлично от Верховного Господа, но Вани это учение Махапрабху может явиться в разной форме. И вот Шрила Прабхупада говорит, что все слова, все учение Гуранги Махапрабху все это трансцендентно, его тело трансцендентно, как и тело Шримана Махапрабху трансцендентно, так и его слова и учения, и те, кто проповедует об абсолютной истине, о Читании Вани, они упанго.
And those who are going to preach. И вот и те, кто проповедует послание. About Chaitanya Mani, perfect way. Ой, читание Вани совершенно с полным самопосвящением, они Упанга зовутся. И из какого же суть учения Шримана Махапрабху, что это? Это называется астрой. Астра значит астра, оружие значит. И вот таким оружием Гуранга Махапрабху он уничтожает тьму в наших сердцах. Шри Чайтанья Махапрабху, он таким острым оружием Сиддханты, он вырубит невежество в нашем сердце. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж и другие великие вайшнавы, они и вот настоящий проповедник, у него должно быть качество Тринадапи, я могу вернуться к этой теме. И вот все учение Шри Чайтанья Махапрабху, читание Шикша, это учение Шри Чайтанья Махапрабху, это оно подобно оружию, чтобы вырубить невежество и тьму из нашего сердца, но мы должны предаться им полностью без остатка. И таково их умонастроение. Мы должны служить Садгуру, иначе мы, если будем следовать Асадгуру, который только стремится к имени, славе, положению, критикует других и не уважает, то будьте уверены, что стоя с таким гуру, вы только помрете, и никакого спасения не будет. А те, кто утвердились в учении Шри Чайтанья Махапрабху, Чайтанья Вани, они его вечные спутники. Анга, Упанга, Астра и Паршат. Вместе с этими составляющими Шри Чайтанья Махапрабху снизошел не только он, еще Панчататва. Он снизошел также в пяти ипостасях, как Бхакта, Бхагаван и все остальное. Бхакти, Бхакти, Аватар. И вот и так Господь явился в пяти ипостасях, и все преданные Его вечные спутники тоже явились с Ним, и Махарадж впоследствии объяснит, что сокровенный смысл Панчататвы. И вот Махапрабху явился с этими четырьмя вещами, и что это? Первое. Анга. Вани, наставление, учение, потом те, кто проповедует, Упанга. И учение Шри Чайтанья Махапрабху, его Шикша, она подобна острому мечу, который может развеять невежество и тьму в нашем сердце. И вот те, кто полностью утвердились в Шри Чайтанья Вани, в учении Шри Чайтанья Махапрабху, они его вечные спутники. И вот Адвайта Гьянтатва вместе со всеми этими составляющими, это одно единое целое. И в тот день, когда вы почувствуете различие в единстве, единство в различии, это будет зеленый сигнал на пути вашего баджана. И вот, если вы будете чувствовать различие в единстве, единство в различии, тогда вы сможете прогрессировать. Будьте осторожны. И вот сейчас Шрила Прабхупад говорит, вы знаете, как я привлекся этим Парамахамса Ачарьей, который внешне выглядит как нищий, у которого даже нет одежды, а ходит в одной гопине. И как же я был привлечен этим Махапурушей, великой личностью, я расскажу
об этом Шрила Прабхупад говорит. И вот Шрила Прабхупад говорит, как он был привлечен этой великой личностью, возвышенным преданным Парамахамсачари. И первое, Шрила Бхакти, великий Бхактивинода Тхакур, он сказал, он Парамахамса, великий саду, ты должен применять прибежище у него. И потом, когда по милости Шрила Бхактивинода Тхакура я хотел что-то понять, и когда я пришел к нему, я вот хотел понять славу моего Гурудева, и когда я пришел к нему, я думал о себе, что я происхожу из великой знаменитой семьи, что я великий пандит, я прекрасно выгляжу, но все это бесполезно в сравнении с великолепием моего Гурудева. Я увидел, что все это бесполезно, и мой Гурудев, он не думает, не заботится ни о чем, ни о моем высоком происхождении, образовании и прочего. Он, ему все равно было на все эти достоинства, которые у меня были. Я пришел к нему, он даже не заметил меня. Гокишвардас Бабаджи Махарадж, это одна его лила. И вот Гокишвардас Бабаджи Махарадж явил лилу слепого и сказал, приходите в другое время, у меня нет времени. И вот 18 раз он отказывал Шрила Гуркишвардас Бабаджи Махарадж. И на 19 раз, когда Шрила Прабхупад пришел и сказал, ваш Господь обманщик, и вы также обманщик, поэтому дикша ваша не нужна, я пойду утоплюсь. Вы совершаете Кришну, не Баджана, а Кришна обманщик номер один, и вы тоже обманщик, и поэтому пойду утоплюсь, дикша ваша не нужна. И Гуркишвардас Бабаджи Махарадж сказал, о мой Прабху, идите сюда, я дам вам дикшу. И вот когда... И таким образом вот Шрила Прабхупад получил дикшу, смотрите. Шрила Прабхупад говорит, вы знаете причину, по которой, какова причина, по которой я привлекся его великой личностью, я привлекся его смирением, его качеством Тринадапи. Это Баба. Она великолепна, это Баба Гуркишвардас Бабаджи Махарадж. И поэтому он был вынужден думать снова и снова, что случилось с этим саду, что он не придает значения ничему, какое же сокровище у него. Можно вспомнить, когда Санатан Гасай философский камень купил, кинул в какую-то кучу с мусором. When that Brahmin came from Varanasi, и вот когда Брахман к нему пришел по указанию Вишванатха, и вот он пришел и сказал, что Вишванат сказал ему, что у тебя есть великое сокровище, и Санатан подумал, у меня ничего нет, а Вишванат не может брать, и что же делать? Он переспросил, что действительно Вишванат сказал, да, Каша Вишванат, мне нужно дочь замуж выдать, а денег у меня нету, и что же делать? И вот одно сокровище. И вот Санатан вспомнил, что у него есть философский камень, сказал, что в той куче мусора он лежит. И этот Брахман был удивлен, когда он получил этот философский камень, он проверил, действительно золото все превращает, обрадовался и побежал домой.
И по дороге вспомнил, что если он этот философский камень не столь ценный, забыл о нем и кинул в кучу мусора, то наверняка у него есть нечто более ценное. И решил вернуться и спросить. И вот стих такой есть. То богатство, которое у вас есть, что вы чувствуете, ну, в общем, он спросил, что у тебя есть, какое богатство, благодаря которому ты забыл об этом философском камне. И вот Брахман сказал так, и кинул этот философский камень в Ямуну и сказал, что давай нечто более дорогое. Everybody should know, I am the disciple Bhakti Kumar Tulsi Maharaj. Really? Oh, Dhanavad Maharaj. Take mala, take pranami, so pranami. No place to keep. Ortholavi, I say, Bhamya Philita Shirashi. Но сейчас иногда можно видеть, что какие-то люди только занимаются, не просто люди, а которые представляют себя как духовных лидеров, а они только ездят со страны в страну, чтобы собирать деньги. И такого... Position, rank, money, he cannot. Never you can get saturation point in your life. Мы никогда не сможем насытиться никакими материальными вещами. Будьте внимательны. И вот Шрила Прабхупад говорит, вы знаете, какова причина, когда и как я привлечен моим Гурупадпадмой. Он олицетворение этой шлоки Тринадапи. И также это моя просьба, Шрила Прабхупад говорит. И вот он также выражал почтение другим, но не ожидал его к себе. Его сила терпения, она больше, чем у дерева. Это те качества, которые полностью явлены в нем. Washing in Ganga and taking with salt, giving boga and taking, very nice thing. Sometime Gaurakishore Babaji Maharaj. Вот иногда Гаурикишор Дас Бабаджи Махарадж ел такой невареный рис, просто замочил в воде его и ел. А иногда баклажаны сыры предлагал Кришне и ел их. So nice prasadam. И восхищался и этими баклажанами. So tasty. Really is getting tasty. И действительно, ему было очень вкусно. Его, когда Прахлад Махараджу предложили яд, растворенный в напитке каком-то, Прахлад Махарадж выпил и не отравился. И вот Шрила Прабхупад говорит, о мои друзья, о Гурварга, будьте внимательны. Это четыре... Я был привлечен этими четырьмя качествами, как железо притягивается к магниту. Я вынужден был пойти и предаться его лотосным стопам таким образом. И я прошу вас всех, вы должны развить такие качества, как мой Парамахамса Гурудев. Я прошу вас, иначе мы не сможем исполнить миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, если у нас будет недостаток смирения или терпения.
или еще чего-либо, то тогда наша проповедь не сможет стать совершенной. Если наша проповедь совершенна, то вы покажите хотя бы одного преданного, который полностью утвердился в Чайтанье Ване. И таким образом Шрила Прабхупад говорит, что Гуру Падпадма, он являет такие великолепные качества, и это учение Шри Чайтанья Махапрабху, через которым я очень вдохновился. О, мои друзья, о Гуру Варга, особенно те, кто проповедует на Западе по моему наставлению, поскольку я исполняю указания Шрилы Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура сказал мне, и я передаю это указание вам. О, мои друзья, когда вы проповедуете на Западе и вы, неся эту буквально абсолютную истину в корзине, мы буквально носильщики этой абсолютной истины, и те, кто находится в этих других странах, и вот Шрила Прабхупад говорит, мы должны нести эту корзину абсолютной истины по всему миру, и кто же примет, и кто может принять ее, мы должны дать ему эту абсолютную истину, и в процессе различных ситуаций, почета и непочета, они возникают. Но смотрите, мы не должны привязываться к чьей-то хвале или к чьей-то ругани. Мы просто инструмент в руках Господа. И Господь, или Гуру, или Бхагаван, они используют нас в своих целях. Как я нахожусь на Вьясасане, Шрила Прабхупад или Шрила Гурудев, они играют мною. И мы должны прийти в гармонию с ними. И какова же эта гармония? Это служить Гуру, Вайшнавам и Бхагавану. И Шрила Прабхупад говорит, что мы инструменты в руках Господа, и мы хотим, чтобы Господь, Он использовал нас в Его деле, и наша единственная обязанность — это воспевать славу Гуру, Вайшнавов и Бхагавана. Видели ли вы сердце Гуру, Вайшнавов? Они, когда спят, то их сердце поет, они куда-то идут, их сердце поет или еще что-то делает. И что же оно поет? Песню служения. Их shown by Chaitanya Mahaprabhu, same tune played by Bhaktivinoda Thakur, same tune shown by Sanatan Goswami, same tune. И вот они играют ту же на той же мелодии, которая показана нашей всей наставнической преемственности. Нам не нужно ничего делать, а просто повторять за наши Гуру Варга. Они показали нам идеальный пример, и мы должны на той же частоте, на том же тоне, той же мелодии играть, как то, что делает Гуру Варга, как Гайтри, она тоже подобная песня. Когда мы говорим, и вот те йоги и муни, они идут в лес медитировать, но мы, нам не нужно идти в лес. This
смотрите, это общество, оно более опасное, чем какой-то лес, поскольку в свирепых животных в цивилизованном обществе гораздо больше, чем просто в лесу. Я хочу уйти с этого общества, но я нахожусь здесь, чтобы исполнять указания Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура. Шрилы Бхактивинода Тхакура говорит, что если кто-то повторяет Харинам или какой-то баджан совершает в каком-то едином месте, но это неправильно. Наша Гурвага, Рупа Санатана, Шьямананда Прабху, Шрини Васачари, кто нет. Все они со смирением, и они молились Верховному Господу, что если ты хочешь сделать что-то с моей помощью, то делайте, а я сам не могу, даже Рупа Госвами подмолился Верховному Господу, когда он писал Расамрита Синдху и другие писания. И вот он пишет, что я не способен, я падшая душа, но все же я пытаюсь взять это служение, чтобы написать Бхакти Расамрита Синдху. Я подобен. И вот по чьей милости я принял это служение написать эту книгу. Я подобен цапле. У меня нет способности, нету качеств. И вот смотрите, смирение Рупа Госвами Пада или Санатана Госвами. Насколько смиренные они, как мы можем и как же мы можем им не выражать должного почтения? Я могу все детали свидетельства привести из жизни Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура постепенно. И вы увидите. Tasya charana kamalam bandhe si chaitanya devasya. So humble mood. Prabhu Goswami was speaking. Вот кто такой Рупа Госвами Пада? И кто мы? И таким образом постепенно мы можем увидеть все свидетельства, которые доказывают, что если мы будем исполнять указания Гурварги, если мы хотим исполнять желание Гурварги, то мы будем проповедовать настоящее послание Шри Чайтанья Вани, и у нас такое должно быть настроение. Мы не должны терять нашего терпения. Шрила Прабхупад говорит, что чистые вайшнавы никогда не теряют своего терпения, и каков признак чистого вайшнава, то, что они не жалуются и не обижаются ни на что. Когда гуру вайшнав дает достойный ответ тем, кто критикует, это не значит, что он неудовлетворение какое-то выражает, понимаете?
когда какой-то гуру или вайшнав, они дают достойный ответ каким-то оскорбителям, то смотрите, как Тулсидас же, например, Тулсидас, он говорил, кто-то сказал, о, Тулсидас же, вот он критикует вас очень жестко, что правда, я построю ему Баджан-кутир перед моим. Как вы не понимаете, он критикует вас, да, да, и поэтому я хочу построить ему дом рядом со мной. Прямо напротив, я сам не могу видеть своих недостатков, а он может указывать на мои недостатки. Я исправлю их и стану идеальным, и достигну своей цели. Я сам не могу видеть своих недостатков. И очень хорошо, если он будет указывать мне на них. И вот Тулсидас говорит так. सच्चा कहे तो मारे राठा झूठा जगत भुलाए गोरस गलगले फिरे सूरा बैठत बिकाए यू अंडरस्टैंड दिस मूड मैथिली भाषा इन हिंदी व स्पेशल टाइप मैथिली भाषा И вот он говорит так, это на митхильском диалекте хинди. Очень сладко и прекрасно. И вот так прекрасным поэтическим языком он, это Тулсидас, написал все это. И вот он говорит, если я буду говорить об абсолютной истине, то все пытаются напасть на меня. Если говорить ложь, то все выражают почтение всяческим образом. И поэтому можно видеть, что всякие вруны и лжецы, они захватили это поле проповеди. They like to tea and coffee, wine, this whole, the smartness. So Tulsidas is speaking. И вот Тулсидас говорит. In our childhood, you know, very small, 5 years, 6 years, then all this, you know, milkman, that time Salt Lake was a forest, almost. Dense, you know, village, village. И вот Махарадж рассказывает своего детства историю. They are selling milk in most society. And this much milk is, you know, maybe 1 kg or like that. They are coming to our house. Ma, mother, can you buy milk from me? It's very nice milk. You can take. И вот приходили молочники, хвалили свое молоко, что покупайте молоко, будете здоровы. But wine? No. Raw wine, not even English wine. If you go. To put here when a patra and sit, everybody can take information like in a wind. Хороший пример приводит, что если молоко кто-то продает, надо упрашивать людей купить молоко. Если вино кто-то продает, то люди сами приходят и сами покупают. Никакой рекламы не нужно, а молоко это нужно активно продавать. Никто не хочет сейчас в современное время молоко покупать. А вино продается очень быстро и просто. Всяких пьяниц набежит и все раскупит. И вот Тулсидас говорит об этом. То сейчас такое время, что если говорить об абсолютной истине, люди хотят вас убить и как-то прекратить это, но они не знают, что они как Равана и Камса. Они не знают, что абсолютная истина, она никогда не может быть уничтожена. Вы можете помереть, если вы будете пытаться как-то бороться с этой абсолютной истиной. Абсолютную истину никто не может уничтожить. И вот в следующие дни Махарадж объяснит о сокровенном смысле Панчататвы и всем остальном, и на сегодня конец. И вот смотрите. Гаурангайка
You have any question? No? I give answer. I have one question. You said there are four reasons that Bhaktisiddhanta chose Gorakshwar Das Babaji Maharaj as guru. One, Bhaktivinoda Thakur indicated him. No, actually Bhaktivinoda Thakur indicated him. That is one point. Yes. Bhaktivinoda Thakur is great. And Prabhupada never think Bhaktivinoda Thakur is my father. Вопрос, почему Шрила Прабхупад выбрал Горакшвар Дас Бабаджи Махарад? За четыре причины. Первая причина то, что Бхактивинода Тхакур указал ему, но смотрите, Бхактивинода Тхакур никогда не относился и не называл Шрила Прабхупаду своим сыном, а Шрила Прабхупада его своим отцом. Вот даже сейчас Махарадж был на дне явления Шрилы Прабхупады, и вот один глупец, который получил дикшу от Шрилы Пури Махараджа. Вот, и вот он назвал даже божества Радхавинод. И вот Махарадж его оспорить хотел, как-то доказать ему, что это Апа Сиддханта все, но тот человек не согласился. И вот за всю жизнь свою Шрила Бхактивинода Тхакура ни разу Шрила Прабхупаду своим сыном не назвал, поскольку Шрила Бхактивинода Тхакура мог видеть, кто он. И Бимала Прасад тоже никогда не называл Шрила Бхактивинода Тхакура своим отцом, поэтому не нужно думать так. И вот Бхактивинода Тхакура сказал, что он лучше из Парамахамс, ты можешь пойти и получить дикшу, а другие... Три причины каковы? И вот завтра Махарадж объяснит.